Всем здорово, с вами я Банди Фикс, и сегодня я покажу, как делать картинки в PNG. Смотрите, вам для этого нужна программа Paint.net. Значит, мы открываем Paint.net. И вот у нас и открылся Paint.net. И мы берем, нажимаем на открыть и выбираем любую картинку, допустим, вот это. И для этого нам надо просто волшебную палочку выбрать, тыкнуть. У нас такая вот так вот все выделится. Мы нажимаем потом на Del, на кнопку Del на клавиатуре. И все. И типа вот берем, вот так вот, допустим, вот так копируем так. Я вам еще покажу, как делать как бы картинку на еще одной картинке, типа. Сейчас, смотрите, я вам покажу. Смотрите, получается, вы берете, допустим, любую, допустим, вот, аватарку мою, нажимаете на «Добавить новый слой», выбираете то, что вы тут хотите, делаете то, что я вам раньше говорил, берете и ровненько выделяете вот так вот. Вот так вот выделяем. И что мы дальше делаем? Мы берем, копируем. Это мы можем уже удалять, не сохраняя. Так, это мы тоже удалим, не сохраняем. И вставляем. Вот все. Видите, я могу вот так вот его жмякать, но чтобы он был ровно, надо зажать Shift. И тогда вот он будет ровно. И вот получается, вот все, типа вот. Вот так вот берете. И чтобы сохранить, нажимаете вот сюда, вот сохранить. И, допустим, и выбираете PNG картинку. И сохраняете. Допустим, пусть будет вот так вот. И сохраняете. Все, вы нажимаете тут ок, объедините слои, и все. Ссылку на скачивание Paint.net я вам оставлю в описании. Но можно сделать еще и по-другому. Смотрите, нажимаем. И вот, смотрите. Так, и берем, переходим на сайт один. Я вам ссылку на этот сайт оставлю в описании. И вот тут вот поиск, ищите, допустим, лис. Вот. И, ну вот, любой. Вот, допустим, выбираете вот этот. Берете, выбираете этот. И все. Типа, вот вам. Вот, любой, вот, скачать вы можете, любой, в общем. Я вам, да, на сайт оставлю в описании ссылку. Ну, вот такой вот ролик был, это был ролик, как сделать картинку в PNG. Всем удачи и всем пока.